Ну что, бобры, я не удержалась. Я, конечно, должна вам это показать. Новая книжка Марка Янсена. Ну как, относительно новая, да? Ну, мне кажется, я, наверное, уже, может быть, год. Книжка-картинка без текста. Вот, с детьми смотрели, им понравилось. Честно сказать, я из нее уже много видела картинок, да, когда он ее создавал. Ну... Она, ну, совершенно в стиле Марка Янсона, то есть он все просто в его стиле, как всегда он делает это. А вот его цвета, его такие всякие. Ну, вот кажется, что он просто, мне кажется, начал, что он придумал. Я просто хочу сказать, идея очень простая, ну очень простая, то есть, наверное, одного монстра придумала, так и эта книжка и получилась. Ну и прикольно же получилось вообще, да? Ну вот, монстр, типа, им стоп, да? Мама куда-то с дочкой. То есть, по идее, тут даже нет как бы истории, да? Просто прикол вот на этих монстров. Они его, видите, задобрили ему, цепочку сделали. Вот, поехали дальше. То есть, ну, все время какие-то разные монстры здесь, прикольные такие, да, которым говорят стоп, и они их как бы всяко задабривают. Что мне понравилось, то что, видишь, они трубку ему такую сделали. И вот эти его всякие прикольные. Ну, в общем, Марк Янсен в своем репертуаре. Но мне понравились вот эти характеры монстров, да, такие просто. Ну, вот чисто видно, что человек оторвался. Кстати, прикольный лесик такой. Вот. Просто оторвался человек, то есть так не запаривался. Ну, как бы, мне кажется, эта книжка, вообще, смотрите, ему велосипед, как очки дали. Просто поприкалывался над этими характерами, да. Ах, блин. Вот я уже насмотрелась только его этого Марка Янсена, но все равно очень он мне нравится. И именно нравятся вот его вот эти вот соотношение большого и маленького. Это легкость какая-то, да, какая-то воздушность на задних планах. Чем его задобрили? Ну-ка, ага, сережки. Вообще книжка совсем небольшая, маленькая. Видите, уже ничего не осталось. И вот такой самый страшный теперь, да. У меня дети очень переживали, что девочка плачет. Ну, все же хорошо закончилось. Мы просто шляпу сделали, да, такой просто. Ну вот, Марк Янсен просто оторвался, мне кажется, так, такая книжка. Вот и все, собственно, да. Блин, ну мне нравится она все равно. Хотя цвета очень повторяют динозавров здесь, и, да вообще всего, да. Но имеет место быть. Ну, я рада, мне очень понравилось, по качеству хорошее.